Всем привет! Выходные подкрались незаметно и обещают быть насыщенными. В Самаре ночь искусств, поэтому дома сидеть никак нельзя. О том, что нельзя пропустить, прямо сейчас. Поехали! Третьего ноября весь город погрузится в невероятную атмосферу ночи искусств. В 5 вечера свои двери откроет выставочный центр «Радуга» для посетителей экскурсии, квест и концерт. В мир глянца гости погрузятся в художественном музее. Тема вечера – мода среди муз. Выставки, перформансы и живая музыка – все в лучшем стиле светского общества. Начало в 18:30. Лекции, мастер-классы и джазовый концерт ждет гостей областной библиотеки. Программа там начнется в 6 вечера и продлится до 10. Экскурсии ожидают и в музее Ильдара Рязанова. Просмотр любимых кинолент с обсуждением расскажут секреты знаменитых кинотрюков. Начало в 3 часа дня. В 11 утра начнется программа в детской картинной галерее. Экскурсии, интересные лекции, мастер-класс по песочной анимации, рисованию и многое другое. А любимый джаз начнется уже сегодня во дворике музея «Модерна». Вокал, саксофон и гитара зарядят драйвом надолго. Начало в 7 вечера. В галерее «Новое пространство» открылась выставка «Дороги, которые мы выбираем». Литература, философия, психология – вечная тема выбора, сложная и многогранная. Раскрыть ее попытались через фотографии. Посмотреть, как это выглядит, можно до 15 ноября. На этом все. Всего вам доброго. До встречи.